Уборка зерновых в самом разгаре. В районе уже появились первые рекордсмены, которые, несмотря на дождливую погоду, за весьма непродолжительный срок собрали и перевезли по 500 тонн зерна. Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса принял решение, вопреки прошлых лет, награждать не тысячи, не людей, которые намолотили 1000 тонн и 2000 тонн и более зерна, а 500 тонн и более. Наши профсоюзные комитеты приняли тоже решение соответствующее награждать комбайнеров, которые намолотили по 100 тонн и по 100 тонн зерна и более, именно почетными грамотами и ценными подарками. В РУСП «Победитель» отличились трое. Комбайнер Сергей Пекарский, его помощник Сергей Точеный и водитель МАЗа Сергей Сидоревич. Все трое были награждены грамотами райисполкома и правкома, а также скромными подарками. Помимо победителей, в первые дни уборочных работ отличились также комбайнеры, водители и зерносушильщики из СПК имени Суворова, СПК Драпова. Они также получили заслуженные награды. К слову, тем, кто первым намолотит, перевезет или высушит 1000 тонн зерна, предполагаются денежные вознаграждения.